Стараюсь. Добро пожаловать. Здесь, в президентуре, конечно, это совсем другая ответственность. Я принципиально не буду подписывать. И я этот политический риск на себя возьму. Знаете, я бы посоветовал Плохотнюку, нельзя делить шкуру неубитого медведя. Я выступаю и буду выступать за смешанную систему. Сам для себя принимает решение каждый житель. Каждый гражданин. Я его президент или нет? Ну, все могут сказать нет, и им ничего за это не будет. Когда трогает семью, я считаю, что есть красные линии, которые нельзя переходить. Она это делает для того, чтобы помочь своему мужу, президенту. Они нас провоцируют. И мы это вспомним в нужный момент.